Макс, ты вышел? Ладно, все. Все тут? Да не надо так. Вот так, да. Вот так вот. Колхозную, бля. В свое время Рубин обыгрывал Барселону. Рус-турист. Не, ну. А главное не мудрить. Да, Ростов-Балария. Мы что-то не тянем на Рубин. А Зенитом Ю. Приветствуем всех телезрителей, замерших у экранов в предвкушении предстоящего зрелища. Передать весь накал страстей сегодняшнего матча постараемся мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Жак. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. На один спеши, остальные назад. Форвард, забегай на точку сейчас. Забегай. Ой, офсайд, офсайд. Не поверил. Ну, хоть как-то забили это. Но они выходили там. Центр смотри. Курить ходи. Ну, решай же! Сейф, но атака продолжается. Ну почему один-то опять фланг, ё-моё. Умница, вратарь, сыграл надёжно. Мяч от ворот пробит. Держите фланг, ё-моё. Игроков подождите, да. Хорош. Ты, блядь, Диего. Ворвался. Фланг есть, хорошо. Все центр есть. Давай. Он спас свою команду. Отдает он передачу. Вводит мяч у них. Какой момент! Нужно бить! Есть первый гол. Такие же люди, в принципе. Очень резкое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Че, ладно. Минимальное преимущество от нашей команды к этому так. Моменту. Месси. Грамотный пас, все по делу. Хорошо они атаковали, но центр держите без мяча. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Пиздец. Там забирать только надо, забрасывать, забирать. Может что-то из этого прохода получится. Вот может быть опасно. Блять, ну что ты будешь? Не получается. Игроков разберите, разыгрывай. Ближней дистанции бил игрок, и взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. С ближним угловой разыграли. Здорово арбитр в ситуации разобрался, и игра продолжается. Какой удар! Ох, какой гол! Какой гол! Два мяча теперь одна команда ведет, солидное преимущество. Куда? Да. Прямо в ноги соперника отправился. Очень хороший пас получился. Удар в штангу! Фланг забивает! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Ладно, забегайте мне. Если бы у меня было время повернуться. Я повернулся. Отличное видение игры, очень здорово в перехвате сыграл. Вы просто не опускайтесь. Все равно помощи с вас защиты нихуя не будет. Пас, команда, и разрезающий пас. Если не играет, конечно же. Просто шедевр. Поднят флаг арбитра. Будьте впереди все время. Какой-то шанс будет. Даже вратарь против нас. Ну, давайте начнем считать, сколько этих передач. На рекорд? Мне вообще без скорости. Сука, ну как это, блядь, ебать копать, а? Где же удар? Должен был он забивать, а в итоге удар отпал. Негодуют болельщики Арсенала из-за такой нормально, ставки нормально. Своей команды. Может быть, хоть такая реакция трибун разбудит игроков. Очень слабый футбол они сегодня показали. Закрывай.
Да, порезче играйте, смотри, не думайте, блядь, а на интуиции. Уверенно они идут вперед с мячом. Бля, а что так мало-то? Штрафной. Ко мне не надо. Постракуйте только, ребят. Подавай сразу, похуй, на близку только, если он выйдет. Давай. Самое скопление игроков. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Влад. На другой. Жака. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Хорош. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Мяч будет введен из-за боковой. Нормально. Как вариант продолжения напрашивается навес. Катают они мяч. Мяч перехвачен. Хорошо. Шанс организовать собственную атаку. Жака. Шевелите, не стойте просто на месте. Бейте, открывайте, пытайте. Как получается. Здорово сыграно в отборе, аут. Вряд ли можно в данной ситуации видеть игрока, отдавшего передачу. Здорово. Хорош. Спасибо. Здорово. Куда? Забрасывайте, ребята. Я уже заебался туда убегать. Забрасывайте. Говорили же об этом, потому что, блядь, не получилось у них мяч удержать. Выйти через пас мало. Прессуйте, похуй, блядь. Одним больше, одним мяча, блядь, это как бы. Отдает он передачу. Отлично, правильно. И подавай сразу на близко. Подавай сразу на близко. Нормально. Кайф, верно. Удар, сейф, неудачно отбивает он мяч. Бить чаще, вешай. Дальше. Хорош. И как он дальше мячом распорядился? Зачем вешать? Зажал. Да, я зажал, блядь, знаю. Зажал одно, потом увидел, дал, блядь, забегание. А он с ОП, блядь. Хороший игр. И буквально подарил мяч соперник. Все, можно. Здорово, арбитр в ситуации разобрался. Центр. И игра продолжается. На другой фланг. Все вышли, блядь. Нихуя ты, блядь. Хорошо. Перекрутил, малец. Карлик. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Центр держите. Момент! Блядь, ну ты смотри, сука, прилипает к ним все нахуй. Просто, блин. Справиться с таким давлением, подарили они возможность для гола, и вот он. Назад, дай лучше. Хороший пас получился. Играет он на партнера. И что дальше тут будет? Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Закончился первый тайм, и счет на табло пока, по-моему, у... Выиграют же пацаны, а? Да. Самое главное, что у всех одна и та же игра. И одни и те же люди. Они играют уже 10-й сезон вместе. О чем говорить? Из новичков там только Дамиляна и вратарь, все. Из новичков у нас только... Я не про нас. Ну, а я про нас. У нас тоже из новичков, блин. 3 человека. Больше. Наверное. Не знаю, не буду утверждать. 3 человека. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать 100% игру. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Можно бить! И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень даже не порно, да, блядь, изнасиловал. Голкипера, просто браво. Да, туда. Но кто получит мяч? Да, я не успел. Отличный пас прошел. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Навесом в штрафную можно сыграть.
и есть на фланге место. Играют они в пас. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Да почему верхний-то? Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Потому что ты карлик. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в ответ. Это вверх. И пробуют они мяч перевести. Катают они мяч. Ходит мяч у них. Хорош. Центр. Боль. Центр. Шаг. Играет в пас команда. Пеши. Интересно, куда дальше мяч пойдет. От души по мячу он приложился. Думал, как Роналду прыгнул на 3 метра. Хорошо, атака развивается. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Опасно здесь может быть. Да, вначале не могли так играть. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, и праздновать-то особо нечего. Блять, на меня. Центр можно. Другой фланг. Жак. И как он дальше мячом распорядится? Хорошо сыгранный наезд должен последовать. Мяч вышел за боковую, а не за лицевую линию, как хотелось бы игрокам атакующей команды. Штрафной, форвард, откройся туда. Штрафной. Ага. Отдает он передачу. Дарь, блин. Хорош. Не получился у него удар, он хотел пробить на технику, и техника его тут явно подвела. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Очень выверенный пас. Отдает он мяч партнеру. Ими, похоже, посыпал команда. Пенальти назначает рефери и уходит. Баскать в жопу. Тут все сделано как надо. Ну и здесь голкипер был бессилен. Игрок подошел к мячу и очень уверенно отправил мяч. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Не получилось у них мяч удержать. Играет он на партнера. Здорово защитник играет. Переводи. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Влад. И что дальше тут будет? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. С угла будут подавать, но в отборе очень надежно было сыграно. Пошла подача. Главой подача. Все, пошире они играют, мяч на фланг. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Увидел открывание впереди, делает передачу. Великолепный проникающий. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. В пас он умеет играть и сегодня очень хорошо это делает. Вперед идет атака. Где же удар? Блядь, ну, я вообще нихуя не могу сделать. Блядь, впереди него был на два корпуса. Ебануть. Не смогли они мяч удержать. Давай. Уверенно сыграл на перекате. Сказать, что я проспал, блядь, проебал. Нет, блядь, все правильно делал. Играют они в пас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Центр открыть. Жак. Пошли последние 10 минут игры. Да. Неплохо он с мячом идет вперед. Но это явно навес не получился. В чужого игрока мяч попадает.
Играет пас команда. Вводит мяч у них. Красиво сыграно, пиздец. Как эффектно. В ворота мяч попадает. Вот так случилось. Перед воротами оказался игрок. Не растерялся и заколотил мяч в сетку. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват. Мяч будет введен из-за боковой. Че, пора идти. А фланг мяч уходит. И как он дальше мячом распорядится? И опять мяч за боковой оказывается. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Да, нет. И прозвучит свисток арбитра. Катают они мяч. Паста тут может получиться. Удар в штангу. Основное время истекает через одну. Да хорош уже, и так разорвано. Центр есть. Да. Хорошо увидел партнера впереди. Блять. Бля, вот ты его сейчас его отвлек. Потеряли они мяч. Нормально. И мяч выбит из штрафной. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Я не пойму, кто-нибудь ЛТ умеет использовать вообще? Или не, как? Когда попросил, выглядел. Чтобы не выкидываться и не терять позицию сразу же. Ну как бы... Дилетанты. Блин, нет, как бы ЛТ работает не так, как он должен, но все-таки он позволяет не терять два шага сразу. Как бы, ну ладно. Поможет с командами, которые играют быстро. Ну да, когда ты выскакиваешь вперед, когда у тебя два игрока перед тобой, это, конечно,